«Выйди из сумрака». Хома. Всем привет, дамы и господа, с вами Юрий Хованский. Это... лайв-блог, скучали по лайв-блогам. У нас тут Федя, у нас тут Витя, у нас тут Мотор, конечно же я. И Ричард, который любезно пригласил нас на небольшую репетицию, я так полагаю, Хардстоун турнира, где я всех порву. Привет. Срак. Так, это кальянная? Да, на самом деле. Я тебе хочу сказать, что она очень... замаскированы как-то. Ну, это такой, скорее... Под казино. Осознанный ход, да? Да, в смысле, сюда, мы не все всегда пускают. Бедненько. Где Серега? Я здесь. Здравствуйте. Юра. Это Серега, Серега. Юра, ладно, сами перезнакомьтесь, вас четверо. Привет. Юра. Че, все играют? Большинство. Ну, готовьтесь тогда, готовьтесь огребать. Ну что, собственно, не очень много народу. У меня уйдет, наверное, час для того, чтобы со всеми расправиться. Некоторые сидят с ноутами. Вот это наш конкурент с камерой. Ну, он нам не конкурент, у нас регистратор, поэтому все хорошо. Я думаю, начну с того стола, там в отборочном разделаю тот. В финале дойду до этих. Ну, в финале мы сойдемся, конечно, с Юрчиком, которого я надеру, потому что я его... Ой, ну, какой у нас счет личных партий, Юр? 93? Ну, серьезно, а? Давай мы будем сравнивать. 101. Главное, как ты умеешь в такой обстановке играть. Я как боевой шаман, я сейчас в транс впаду. Сейчас, что ты мне грозишь? Сейчас... Я Юрий, чтобы он мне в лицо не дымил. А знаете, что не хватает еще? У тебя вейп с собой? Давай, короче, ты еще в вейпе, короче. Вот так, давайте. Да, будем как бы это. О, нормально. Нормально, пацаны. Нормально. Че, может, гарик у кого есть? Мы не употребляем наркотики. И не пропагандируем. Нет. Наркотики. В Петербурге мы любим что? Культуру, театр, искусство и материал. Алкоголь. Фу, Витя, фу. Витя, иди к шнуру отсюда. Своей хернёй. Она не писала. Она не писала? Она не писала. Потому что еблан решил... Мне Афоня заклеил эту красную точку, я не видел. Ну ты и ебаклак, короче. Ну все, лучшие шутки упущены. Короче, план жопа, такой. Жопа Юрчика, которая проносилась вот тут. Немного вот, типа, потеряли. Сколько лайков бы было? Да ты че, чувак? Ты без ума, моя жопа. Можно потом бэкшот сделать. Конечно, когда YouTube Scandals перестал постить, твоя популярность пошла вниз. Этот черный день в твоем календаре. Но все-таки готовимся, друзья мои. Будет... А можно пивка? В общем, друзья мои, будет групповая система, по три человека в группе. Соответственно, я смогу как минимум две игры всосать. Но это такое, как программа минимум на сегодня. Программа максимум. Выигрываю первую игру, выигрываю вторую игру, выхожу из группы, выигрываю четвертьфинал, выигрываю полуфинал, выигрываю... Чё, финал? Получается, что финал, да, друзья? Сейчас, короче, пивас допью, у меня сегодня заготовлены убойные колоды. Я их, может быть, скину потом, может, не скину, мне впадло просто так. Описание каждой карты. Ой, не буду, нет. Обойдетесь без моих чудо-колод. Раз, два, три, начало записи. Прекрати это говорить постоянно. Уебит за это, не GoPro, она сразу снимает. Короче, друзья, первый матч. Игра началась, игра уже идет по полной программе. Вовсю отжигаю. Пока не то чтобы сильно везло, но вроде как есть давление, есть прежер на столе, есть какие-то, понимаете ли, шансы на победу. Поэтому стараемся сосредоточиться и надрать жопу. А он смотрит на меня, он палит что-то, то, что я говорю. Помогает другану своему, да? Ну, не дождетесь, не дождетесь. Вы обречены. Батя в здании. Так, а вот... Пожалуй, оставлю. Оставлю, а ты меня... Нет, меня не... Это не... Короче, немножко не повезло с мулиганом. На мулигане не зашло вообще. Просто чисто, ну... Фарту масти не хватило. Ща наверстаем буквально. Сразу же, давай, создавай там, типа, выбирай. Тебе один номер уже послался?
Не 1-0, ничего подобного. 0-5. Сейчас еще 0-5 и победа близка. Да... Ростом выпал, да? Постоянно херня, Антонидас упал. Это просто гонь в этот чёс. Посмотри, чёс, это вы чешете билет. Вы... Все равно сольют. Закинули. Я не буду рассказывать, что произошло. Фантастическое стечение обстоятельств. Просто буквально... Я знаю комбинаторику, теорию вероятности. Вероятность 1 к миллиону, что такое произойдет. Но это произошло. Я проиграл 2-0 в первый матч, походу. Да, он уже, я вижу, как он пуляет меня. Знаете, это просто не могло. Это парад планет. Сошелся буквально. Ну ладно, ладно, хорошо. Поздравляю, наслаждайтесь. Я еще вернусь, у меня еще есть шанс. Что, а ты сколько слил, Юра? 1-0 пока слил. Ты просто медленнее сливаешь. ГГВП. Ебать, вот это приличный туалет. Просто хочется посидеть немножко. Я даже не знаю, даже, наверное, вот не пописать. Немного просто почувствовать себя белым человеком. Друзья, получил травму на турнире, вообще пиздец, распидорасил палец. Попросил не засчитывать результат, но нет, походу, бля, придется доигрывать, несмотря на огромные травмы, просто приходится сражаться. Но я надеюсь, что второй матч я выиграю, и типа, там так еще в группе, ну знаете, как сборная России, когда играет? В чемпионатах, типа, мне для того, чтобы выйти, нужно не только выиграть, но еще чтобы в группе по-особенному сыграли, так как мне нужно, как сборной России. Поэтому сейчас будем надеяться. Это то, что мы умеем лучше всего. Билет, пиздец. Пацаны, отвечаю, выигрывал по полной программе, но тут кастанули Йоксарон. Я считаю, читерская карта, ее нужно просто запретить на турнирах, потому что... Они уже все проиграли, не переживайте. Все дело теперь только во мне и в одноглазом. Я спалил свое существо. Все, убирай камеру. Ну что, друзья мои, в очередной раз тактическое превосходство вашего покорного слуги. Стоп, стоп. Стоп, стоп, стоп. Так, тактическое превосходство вашего покорного слуги. Я должен договорить. Все ли в порядке? Я должен. Сейчас Сильванка попала, она забирает. Все. Тактическое превосходство вашего покорного слуги обеспечило ему прочную победу. Поэтому никаких шансов у моего противника уже нет. Шах и мат. Я выиграл, да, первую. Да ладно! Да, я сейчас выиграю вторую партию. И... Вот так. Никто не верил в меня, а батя всех трахнул. Ну, вторую я проебал, короче, ладно, можно писать ГГ, наверное, как нам сдаться, да. Кого мне теперь брать? Ну что, друзья мои, вот только-только я разыгрался, и оказалось, что я уже проиграл, потому что по два матча всего играем. Я-то уже, понимаете, подготовил контр-колоду, все, как бы был готов сражаться до конца, но... Оказалось, что я всосал, и вторая партия в ничью. Господа, три, Арха, Пел и Мани Бэйн, это первый. Нет, не про меня. Участника, которые вышли в следующий. Я не вышел. Но... У нас сейчас идет в одной группе перегрузка. Ребята играют по одному матчу. Они играют с теми колодами, которые были забанены. И, в принципе, у них тот человек... Но это уже совсем другая история. Дамы и господа, мы проиграли, но один из нас вышел в плей-офф. Федя, поздравляем! Невероятное стечение обстоятельств, скилл, лак и мастерство, полагаю, поддержка педагога. Песок в глаза. Адаптивные физические культуры сделали. Федя, это было супер. Расскажи, как тебе удалось превзойти сегодня всех нас? Мне просто повезло. А, да, и Юра просто абсолютно не умеет играть. Короче, Федя Петуч, ему просто повезло. Он признался, это просто везение. Мне везло 3 из 3. И мы остаемся с нашим постоянным комментатором Юрчиком Ивановым. Юрчик, что скажешь по поводу сегодня? У нас наконец сформировался полуфинал.
Тёлочка пришла, смотри, тёлочка, тёлочка. Тёлочка пришла в Хардстоун поиграть, да, Йорк? Да? Я выплю, не могу комментировать это. Да? Я тебя поддерживаю. Тут это необычное явление. Блять, только сейчас запись пошла, короче. Только сейчас запись. Это, друзья, я с этой хуйней разобраться не могу вообще, блять. У меня смешно будет, если я, короче, снимал все смешные моменты вечера, а оказалось из-за того, что у меня запись не так работала, я снял все между смешными, то есть у меня самые не смешные моменты. Да, я речь поснимай, пожалуйста. Сейчас. Я ухожу. Дамы и господа, да. Павел молодец. Федор. Не заслоняй, урод, ты не я, блядь, ушел я уже. Тебя... Озон, я тебя... Озон, какую футбол? Озона уважаешь? Бля. Уважаешь Озона, нахуй? Да надо же Озону. Вот и нехуй. У нас что, темпу, походу. Призмах. Призмах? Да, призмах. Ну все, пизда, короче. Да короче, ладно, флизмагом надо уметь играть. Каково вероятность, что человек, который прошел групповой этап и умеет играть флизмагом, да? Да он на Монокосте посмотрел эту колоду, собрал. Вообще первый раз я играю. Федя, давай. Федя. Бать, у него брони, нахуй. Это мой братан. Пойдем проведаем, бля, его. Пойду. Где братан мой играет, нахуй? Где братан мой играет? Где? Там. Там. Озона уважаешь? Донатишь Озону? Не донатит Озону. Бля. Я только вышел, думал, тебя... Где пацаны? Хочу Федю проведать, типа... О, Федя. Где летний зал? Где играют? А, нельзя, да, типа? Ну, ясно, у вас тут серьёзно, кар... Хочешь покурить? Даже на мегафон. Да посмотри меня, хочу я покурить или нет? Нет. Короче, ты можешь пока рассказать про ваше заведение, которое проводит это замечательное мероприятие? Типа, чё да как? Значит так. Ну, там не видно никакой палево, типа, на камеру о том? Не. Мало ли там написано, ослиную мочу льем, типа, без пива. Нет. Я не лучший человек, наверное, кто может рассказать про наше заведение. А в этом прикол, я никогда не подхожу к лучшему, мне интересно. У них заготовленная вещь. Аутсайдер. Да. У нас уникальная кальянная Liberty, это одна из известнейших сетей заведений, непосредственно кальянных в России. Юр, не надо, пожалуйста, на меня давить. Это экстремальное интервью, как ты думал, да? Ты думал легко, продолжай говорить про свою кальянную. Я его стесняюсь. Так вот. Суть наших заведений в том, что мы ориентируемся на... Концепция наших заведений состоит в том, что мы знакомим гостей друг с другом, что у нас постоянно царит свободное общение, и за счет мероприятий мы знакомим гостей, повышаем качество их жизни и отдыха в наших заведениях. А ты неплохо, ты держишься. Вот. Несмотря на то, что мы были уверены, что Федя выиграет первую игру, к сожалению, он пожадничал, слишком много выставил на доску, не стакнул броню и проиграл. И финальную свою игру он выбрал жреца! Господи, Федя! Федя, жрец мертвой клад! Федя! Скипай! Скажи, что дисконнект был! Ты меня слышишь, Федя! Он посмотрел сегодняшнее. Никакой метод. Все кончено, друзья. Играть жрецом это как, я не знаю, как быть геем. Вы просто хотите отдаваться. Вам просто это нравится. Дамы и господа, момент. Уйди! Да... Уйди! Уйди нахуй отсюда! Уйди, бля! Уйди нахуй отсюда! Уйди, бля! Уйдем нахуй! Дамы и господа, момент истины. Турисан и все, смеет ли Федор за Вариора переломить? Он сейчас бы кровавый бой. Ну. Федор! Бери карту. Ктун наебашь? Да какую карту Ктун? А, не, у него... Ай, блядь, не раскачан Ктун. Нееет! Бери карту, ну, блин! Нееет! Сначала карту! Вопреки общественному мнению, Федор не собирается проигрывать. Он слетает. Это больно.
Счет... Я хочу отметить, что Юра говорил, что приз не сыграет, и приз сыграл. Приз сыграл. А я хочу сказать, что Ричард не такой крутой, как им хочет казаться. Ну-ка пойдем, выйдем, усатый. Не буду выходить. Я передумал, да, я. Лучше посмотрим за увлекательнейшей игрой. Это летал. Все. Да, прокачка. Прокачка. Это летал. Это летал. Это летал. Это летал. Летал. Нет. Нет, стоп. Нет. Что нет-то? Нет, неправильный порядок. Ой, все. Даже Витя посмотреть ничего не понимает в Хардстоуне, но он очень-очень... Да, туда была Селивана, просто друзья, шансы еще есть. В принципе, ничего особо не изменилось, если только сейчас не... Мари, 15 брони, привет. Федя. Нужно сначала думать, потом ходить, как в шахматах, блядь. Взялся за карту, ходи, блядь. Надо правила вести, кстати. Взялся за карту, Взялся за хуй, трачи. Последний матч, напряжение. Ктуны уже вышли, откатали свои... И, к сожалению, похоже, Федя проигрывает. Мы все надеялись на него, мы все надеялись, что он покажет класс. И... Но, к сожалению... Усталость говорит сама за себя. Он Сильваный класс показал. Это пиздец. Это было худшее, что я вообще видела в Хардстоуне. Худшее, что я видел в Хардстоуне, когда мне старый дед... Худшее, что может быть в Хардстоуне, это женщина. Умри. Просто умри. По крайней мере, я играю лучше, чем его кореш. Он на турнире, а ты нет. Потому что ты не играла. Поэтому тебя не пустили. Да. Потому что ты опоздала к началу. Че, время перепутала, да, тёлочка, да? Не смогла разобрать на часиках циферки римские, да? Слишком тянется, слишком сложно. Толстые это часы. Это ваш парень. Так, к сожалению, Федя. Тем не менее, он дошел дальше, чем все мы. Дальше, чем все мы, друзья мои. Он как деды. Относительно. Короче... Батя только что приехал домой, наебенился. Я не знаю, вы поверите мне или нет, но я встретил Руслана Крейзи Мэга Хэлла и Анастасию Шпагину, но ничего не заснял, потому что я еблан и о камере забыл. Но, в общем, это тоже было! Вы можете мне не верить, мне похуй, но вы обязаны ставить лайк еще и за то, что я встретил Крейзи Мэга Хэлла и Анастасию Шпагину, поэтому... Шли бы вы нахуй вообще, я вам ничего не должен. Нормальный денёк был, бля. Ща бы водки выпить.